1 февраля размер более 40 видов социальных выплат увеличен. Перерасчет производится без заявлений. В частности, ежегодная индексация коснулась семей с детьми при получении единовременных пособий при рождении ребенка и беременной супруги призывника и ежемесячных по уходу за ребенком до 1,5 лет и на ребенка призывника до 3 лет. Также увеличены выплаты инвалидам 1, 2 и 3 групп, инвалидам войны и ликвидаторам последствий аварий на Чернобыльской АЭС. Изменения коснулись выплат героям и ветеранам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, героям соцтруда, СССР, России и полным кавалерам Ордена Славы. Кроме того, увеличен размер пособия на погребение и при несчастном случае на производстве. Единое пособие можно оформить онлайн на портале Госуслуг.